Друзья, всем привет! Мы продолжаем играть в Brawl Stars. Вернее, не мы, а я продолжаю. Вы смотрите, как я играю в Brawl Stars. Как я прохожу по пути к славе, собираю трофеи, получаю разные наградки, получаю разные ящички, разные плюшечки, монетки, жетончики. И идем на пути к славе 14,5 тысяч кубков. Это у нас такой проект, друзья. Собрать 14,5 тысяч кубков без доната. То есть в игру мы не донатим. Все, что собираем, жетончики, билетики, золотые монетки, гемы. Все собираем то, что нам попадается. Открываем ящички. Улучшаем бойцов, ну и так далее. Сегодня мы будем, друзья, играть на бойце. Скорее всего, я уже так просматривал. На Броке. Конечно, Брок, как вы, может быть, помните, с первого видео, то, что я играл на Броке, он мне не очень понравился. У меня что-то на нем не очень получалось играть. Я стреляю в одно место, как бы хочу, а он куда-то в другое место целиться, и не очень у меня заходил Брок. Вы как видите, я обычно, когда на всех играю первый раз, у меня уже выходит всех 5 ранг и больше 40 кубков. То есть 40 это самый минимум, или 43, или 47, или 45. Вот так вот на других бойцах выходит у меня кубков. А на Броке 4 ранг только и 34 кубков. Ну, будем пробовать играть на Броке. Все равно на нем нужно играть, зарабатывать кубки, улучшать ранг. Будем тренироваться играть на Броке. Так, у меня тут есть улучшение. Немножко сейчас улучшим Брока. О, так здесь еще и два улучшения. О, вы как видите, урон будет чуть больше. И здоровье чуть будет побольше у Брока. Да, как раз уровень силы уже у Брока у меня 3. И будем играть на Броке. Так, зайдем в магазин, посмотрим, что у нас в магазине. Так, забираем подарок. Как раз очки силы для ПМ. И здесь у нас Брока нету. Да, вот смотрю, эпический боец. Так что, друзья, будем, наверное, в следующем видео, когда будем открывать, может быть, большой ящик, а может быть и сегодня. Не, сегодня не получится, наверное. Скорее всего, получится забрать большой ящик, но я думаю, что сегодня может и не выпасть нам какой-то эпический боец. Это если бы завтра, то завтра он бы выпал. Я уже просто наблюдал, я смотрел, если в магазине можно купить какой-то редкий эпический боец, то он обязательно мне выпадал на следующий день в ящик. Ну, посмотрим. Так, друзья, заходим, играем на Роковая шахта, в захват кристаллов. Броком будем играть. И, друзья, давайте поставим лайк, подпишемся на канал, кто не подписан на канал. И погнали, друзья. О, меня убили. Меня убили. Да, мы захватываем кристаллики. У нас уже 11 кристаллов. И нам нужно чуть где-то, наверное, засейвиться. Все, бой окончен, мы победили.
Так, заработали на Броке 8 кубасов и идем дальше. И идем дальше, друзья. Сейчас будем играть в одиночное событие. Играем в одиночное. В одиночное нужно играть аккуратно. Сколько вон ящиков, сколько банок получится. Так, у нас 10 бойцов. Сейчас будем разбивать. Так, вон уже спрятался кто-то. Так. Так, нет, Эль Прима, иди пока погуляй. Я не хочу пока с тобой встречаться. Все, мы его ультанули и забрали баночки на Броке. Вы знаете, он неплохо стреляет. О, Мишка косолапый. Так, у нас уже сейчас столкновение. У меня 8 банок. И где-то кто-то спрятался. Так, он походу где-то отхилился немножко, да? Все, мы победили его. Вы знаете, Брок неплохо сыграл. Он неплохо наносил урон. Даже по 2 с чем-то тысячи наносил урона. Так, 2-3 ракеты выпустил и все. И буквально... мы убили его и заняли первое место. То есть, можно сказать, мы неплохо сыграли в этот раз на Броке, в одиночное. Сейчас посмотрим, сыграем в парное. Так, у нас уже 1384 кубка. Скоро будет новый рубеж, 1400. И получим мы 100 монеток. Так, идем, выбираем парное событие. И играем в парное событие. Главное, чтобы напарник мне попался хороший. Так, собираем баночки. О, напарник у меня на этом. Напарник у меня Эль Примо. Да, уже стреляют по мне. Нужно хилиться, хилиться нужно. Вон уже бежат. Ай, меня убили. Ну, благо, что подбежал мой напарник и всех добил. И мы победили. Мы заняли снова первое место. Заработали 9 кубков. Я, конечно, их ультанул, закидал всех ракетами, и там буквально осталось чуть-чуть, и Эль Примо подбежал и всех добил, друзья. Так, сейчас будем играть в Броу Бол. Галактическая арена. Да, это, конечно, будет круто, если я... всех событиях выиграю и займу
О, вот это сильно, сильно, конечно. Сильно, конечно, они сыграли. Изи, изи, изи. Все, забили гол. Забили гол. Да, мы забили второй гол. И мы быстро победили. Буквально за 40 секунд и мы победили и заработали 8 кубков. Так что, друзья, продвигаемся вперед. Еще у нас осталось одно событие. Да, и буквально один жетончик, и будут у меня ящичек. Откроем ящик. Так, у нас уже 1401 кубок. Мы уже можем забрать монетки. Сейчас сыграем в барахолке в осаде. Я уже, честно говоря, не помню, как в осаду играть. Что там нужно делать? Сейчас посмотрим. Друзья, конечно, вы не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, кто еще не подписан, и прожимайте колокольчик, чтобы вы знали, когда выходит видео. Видео у меня выходит каждый день. Видео выходит каждый день, друзья. Ай, убили меня. Убил меня Пока. Так, все, мы запустили робота Вертера. Сейчас пойдет робот. Сейчас пойдет робот добивать. Так, мы, конечно, чуть-чуть ихний. Ой, они к нам отправили робота. Да, меня убили. Да, быстро как-то все они у нас убивают. Так, ну у нас 79%, у них 59%. Все, мы победили, друзья. Мы победили. И я еще и звездный игрок. И посмотрите, мы все события сыграли и все с первого раза выиграли. Выиграли, на одиночном заняли первое место. То есть вообще Брок, можно сказать, в этот раз рулил. Может быть, я на нем правильно сыграл на Броке. И хорошо. Ну, вы знаете, я вот уже чуть-чуть поиграл вот на нем, и мне он понравился. Неплохо он, в принципе, сыграл. Забираем монетки. Так, все, следующий у нас рубеж 1500 кубков. Это у нас будет
кому-то сила, кому-то добавим силу. И я на нем неплохо сыграл на броке и заработал. Уже сколько у меня на нем кубков? 77 кубков, 6 ранг, сила 3. То есть на этом, на броке мы неплохо поиграли. В этот раз, это прошлый раз мы так плохо сыграли на нем. Так что нормальный, в принципе, боец, можно играть дальше на нем, зарабатывать кубки и улучшать его. Так, друзья, сейчас мы откроем ящички. Сначала откроем два маленьких и на закусочку откроем один большой ящик. Давайте, друзья, прожмем лайк и подпишемся на канал, и прожмем колокольчик, и открываем ящички. Погнали, друзья, открывать ящики. На раз, два, три. Раз, два, три. Монетки. Очки силы Була. И очки силы Пенни. Так, открываем. Еще маленький. Раз, два, три. Монетки. Очки силы Роза. Очки силы Джин и гемы, 3 гема или 5, ну 3 в принципе, давайте 3, пускай будет 3, да, 3 гема, 3 кристаллика, и у меня уже 50 собралось кристаллов. Так, друзья, сейчас откроем большой ящик и посмотрим, что у меня выпало сегодня в большом ящике, что у меня будет в большом ящике. Раз, два, три. Монетки. Очки силы Кольта. Очки силы Барли. И очки силы Нита. Да, друзья, в этот раз мне ничего не выпало. Ну, я, в принципе, не надеялся, что мне что-то уже выпадет, какой-то герой. Потому что вот буквально недавно в предыдущих видео, вы как можете посмотреть, мне из 4 ящиков больших, что мне попадались, те, что я зарабатывал, выпадали постоянно, в каждом ящике был герой. Новый герой. Из 5 ящиков тех, что было, 4 героя. Я не знаю, было у вас такое или нет. Напишите в комментариях, у кого такое было, что не ящик большой и там постоянно герой. А перед этим открывал как-то, не знаю, сколько дней назад один большой мега ящик. Я думал мне, что там выпадет. Ну, как раз когда вышло обновление, это дней 5 назад, открывал первый раз большой мега ящик. Я думал, что мне выпадет новый перс, то, что появился в обновлении. Я уже забыл, как его зовут. Этого перса. Сейчас посмотрим. Так, а, Джеки, да, Джеки. Я думал, что мне попадется Джеки. Но мне Джеки так и не попалось еще. У меня, в принципе, сверхредкий, мне еще нужен Дэрил. У меня нету. А, у меня нету. Я думал, у меня только Джеки нету. А у меня, оказывается, еще нету Дэрила. И нету Джеки. Сверхредкий. Это Эпик. И также Дэрил сверхредкий. Фрэнк. Эпик. Биа также эпик. А, это мне еще осталось 2 эпика и 2 сверхредких. Так что будем, друзья, надеяться, что мне в следующем большом ящике обязательно выпадет Дэрил, Джеки, Фрэнк или Биа. Вот этих 4 героя выпадут мне в этом большом ящике. Когда я соберу 10 жетончиков, мне выпадет, обязательно должен выпасть новый герой. Так что, друзья, я буду заканчивать на этом свое видео. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто ставил лайки, кто подписался. Завтра обязательно снова выйдет новое видео. В завтрашнем видео я даже не знаю, на каком бойца будем играть. Но, скорее всего, наверное, на Пэм. Будем улучшать Пэм, Пайпер, Джина. Ну и так по порядку будем всех улучшать дальше наших героев. Идти по пути к славе, зарабатывать кубки, улучшать ранги и доходить уже как бы до 10 ранга. Так что, друзья, всем спасибо, всем пока, до новых встреч, до завтра. Пока-пока.